Всем привет! Ну вот, разъехались все гости. Пора драить дом, хату. Столько дел, ничего толком не делала, отдыхала полностью. Ну ничего, пару дней и приведем все в порядок. Итак, поехали. Начинаем со стирочки. Кстати, у нас новиночка. Можно. И сама закрывается. Не люблю, конечно, я урна в комнатах, потому что от них идет запах, но, наверное, это будет лучше, чем чистить канализацию так часто раз в году. Посмотрим. И еще сегодня звонили сборщики, завтра доставят мебель, которую мы заказывали на второй этаж. И завтра начнут ее собирать. Как-то график сна сдвинулся. Просыпаюсь теперь поздно и как разбитая корыта. Все-таки, когда рано встаешь, лучше чувствуешь себя и высыпаешься, и больше дел можно переделать. А когда поздно встаешь, прям не можешь собраться. Стирка. Сегодня жара 30 градусов. Снова жаришка. Снова стирка. Стирка. У вас же порядок. Обнаружила у Вадима супер ремень на брюках. Не знала, что у него такое. Возможно. Какова красота. По всей видимости, купили участок и вырубили все деревья. А мусор решили сжечь на участке и развели вот такой домоган. Соня, пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Пойдем домой. Соня, пойдем домой. Ну пойдем. Пойдем домой. Пойдем. Сегодня целый день была Соня. Сегодня целый день была жара, 30 градусов, ни витринки. Дома нет кондиционера, жарко. Ничего не смогла сделать, не убраться в доме. Просто лежала в жару, спала, отдыхала. Сейчас поливаю сад. Сонечкой вот мы. Одни скучаем. А еще я не знаю, откуда берутся мухи. Летят и летят. И то ли во время того, как мы выходим и заходим в дом, и они как-то успевают проскакивать, то ли где-то дырка. Это просто они... Сегодня убила штук 8. Откуда они летят и летят? Господи, нашествие мух. Надо срочно найти мухобойку, какую-то там электрическую вводишь, и они умирают.
диван надо вынести. Ну, у нас вообще два варианта, в принципе, как Кирюш. Вот смотри, у нас в любом случае встает вот так. Полтуловище. Красота. Санта, иди сюда. Иди-ка. И стоит, как вкопанная. Вот, Вать, видел, какие столики? Красиво. Так, выдвигается, видишь? Нравится? Да. Батюшка приехал. Мы с ним быстренько придумали легкий перекус. Что, выпьем за наших зрителей? За вас! По своей вилле. Я здесь уже... Шрам выдержу, отведи левый край, свой край для своей линии. А что делаем? У нас как раз идет. Все, все, отпускай. Все, отпускай. Все, бросай все. Нет. Так, все. Вот этот край. Вот это все 1900 рублей, да, стоит у нас. Сонечка, ну ты только что поела, а? Заказали доставку. Пируем. Отмечаем новую мебель. Ну давай. Чтоб служила нам долго, крепко, не ломалась. Вот такая у нас теперь полочка для цветов. Заказала. Балкон тоже не завершён, надо доделывать. Обзор гостевой комнаты тоже скоро будет. Ждите. Пойдем посмотрим, как Вадим в бане. Вот что происходит с нашей палаткой. Во время дождя сюда наполняется вода, дождь. И пузырек переворачивает. Диван перенесли сюда. Вать, ты тут? Иду. Ручка была вот так. Временная наша полка служила нам долго. Делал сам Вадим. Порядок. Порядок. О, хрюкает от радости. Что мы тут городим? Вот здесь шкаф будет. Ага. Сюда они наполнение сделают. Угу. Там закроешь, да? Там закрою, там еще будет сухолод. Так. А внизу воздуховод где будет? Будет вон там. Ну, вверх сначала сделал. Ну, я такую стрёмную пока решеточку поставил, другую я не нашел, потом покрасивший найдем. Или покрасить ее. Ну, она стрёмная. Ну, ты сам все сказал. Ну, я промолчу, воздержусь. Теперь внизу будешь делать, да? Вот, ну, вот. Я сейчас это сделаю. И даже с лестницы. Вот с этой. Боже мой. Как ты так умудрился? Вот такая вот. И куда упал? Задержался? А? Задержался, просто поцарапался или не, прям ну, слетел? Упал, я об лестницу ударился. Ой, ужас. А там, может, обработать надо что-то, Вадь? Давай, покажи мне. Ну ладно, алло.
У нас ремонт гостевого матраса. Вот прямо отсюда идет. Откуда? С этой. Вот отсюда? Угу. С пластика? Да. Ты уверен? Ну, тогда... Как оно с пластика может идти? Может отсюда идет? Ну-ка. А, вот отсюда. Так это вот здесь идет, вот она. Здесь? Да. Не отсюда она, вот отсюда откуда-то. Вот, видишь, я закрыла. Вот она, дырка. Вот, закрываю, тишина, видишь, открываю. Здесь. Вот это открылось. Вот, наверное, открылось. Угу. Да, вот. Вот здесь, да, вот где-то. Ой, видишь, я ее даже заткнула, она перестала. Давай фонариком посвечу. О, хорошо придумал. О! Вот она. Угу. Заклеил. Нормально вот это вот. Да. Ты сначала эту заклей, чтобы не шипело, а потом найдем. Во. Угу. Иди. Как не шипело, ничего. Ой, надо наметить карандашиком, да? Нет, так на глаз делай, что. Да, или нет? Нет, ты так его заклеил, ничего не высасывал. Воздух как с него высасывать? Нету такой функции. Он накачанный. Прикольно. Ты включи же. Третье. Ух ты! Ты уже перенес все мои игрушки сюда? Неправильно? Классно! Не, наоборот, молодец! Супер! Осталось только порядок навести. Купили мухобойку электрическую. И, как назло, ни одной мухи. Короче, последняя муха летала. Я так понимаю, вот здесь вот сеточка металлическая. Там ток. Вот когда нажимаешь эту кнопку, идет подача тока. И в соприкосновении муха щелкает и сгорает. Может, на тебе вот попробую? Муха-то. Давай попробуем руку. Не хочешь? Я боюсь. На, сам попробуй. Сам держи. Не кнопку. Хочу, я хочу. Ну, попробуй. Ну, Ален, зачем нам не испытывать? Ну, там, наверное, микроток. Ну, вообще, мухи паленым пахнут. Ну, значит, ты меня щелкни. Я боюсь, ты я вдруг убью. Ты почитай, что... Ну, наверное, если бы для людей опасно было бы, не продавали. Может быть, посмотреть инструкцию. Да ну, как их убить? Вот, все. Все, вон она. Ой! Видел? Тише, не матерись, я записываю видео.
А что она щелкает? Туда муха попала? Может, крылышко какое-то осталось. Вон она. Ой, сюда. Да вот. Может, Кловиса попробуем? Муха. Подпалишь. Не задень, аккуратно. Вот одна валяется, видишь, убили. Вать! Нет. А рукой? Безопасно там, но я прочитала. А ты кнопочку-то не держишь? Нажимал, конечно, нажимал. Покажи еще раз. А, вон она, муха. Вон на полу. Да не, ну как они боятся тоже. Надо почитать. Я почитала. Смотри, напряжение какое. Микроамперы там написано. Мили, а мили. Или мили. Я ж не электрик. Охота на мух. В теннис, наверное, хорошо играет. Да, да, вон на кресле валяется. Ты ее подранил. Вон еще на сиденье. Это вот она... Лучше не сожги, блин. А ему ничего не будет же. Эх, а вон она горит. Ой, покажи, вот, покажи. Где она? Подожди, не вижу. А вот зажарилась, да? Шашлык из мухи. Тут ее на кнопку не обязательно нажимать. Ого, надо стряхни ее в раковину. Отключи эту кнопку-то. Надо вообще выключить. Вот, стряхни туда, она упадет. Еще одна. Вот, смотри. Они аж светятся. Нет, тут... О, ты лук пошел. Не, не включил. А вот. Вот. Просто поймать, и все, и достаточно. Ну да. Вон, ты докоснулся, она на пузе валяется. Это другая. Как? Ну, задел какую-то, значит. Не, не надо нажимать на кнопку. Не надо, так работает? Вот развлекуха, бля. Это, скорее всего... Охота на мух. Смотри, тут еще есть положение. Сейчас. Среднее. Вот, в этот момент надо нажимать. А когда это полностью включено. Она постоянно. Да, всегда. Вот она на шкафу. Рашид, блин, меткий такой. Мы бегали. Блин, да, надо такое у них войну устроить этим мухам. Вон она, вон она. Где шкаф, где кружки? Алена, закажи нам тоже такую. Во. Потому что хлопушки реально все стены испачкаешь, да? Вон она. Мигает. Вам какую заказать? Подешевле? Такую же. За 1000? А что? Она быстро приходит? Вчера, да, заказала, сегодня пришла, или позавчера. Да ладно, сюда уже. На Wildberries, да. Сейчас надо проснуться. Давай перекурим. Надо обмыть. Не, ну это, смотри, правда. Ты хлопушки бьешь.
И считай по стене. Да-да. Да. Да-да. Еще прицелиться надо, успеть, да, реакция. Она... Просто водишь. Тем более зарядка есть, да? Да. Ну, сезон отработает, и ты стоишь. Да, видите? Угу. А воду она не... Смотри, врач, это как получилось, да? Мы с тобой бегали. Да сейчас у вас будет получаться, чё. Рашиду понравилось. Азарт. Какая охота, да? Ну, шашлыком запахло, да? Алёна. Да. Может, она уже разряжается? Да, она, да, мы еще не заряжали, ее надо зарядить. Вообще-то не, индикация вся светится. Она вот. Меньше, меньше, меньше будет. Оса какая-то прилетела. Ее тоже надо. О, есть. Готово. Да не, она, да, не... Надо, да, расшить туда. Сюда, да? Стряхивай, она опять вон сверкает. Я вот сейчас не жму, она это. Все, я сам. Так, на улице у нас синий 25,9. Он как раз мухи там наверху. Градусник. Наша вишня. Вали. Это васильки, да? Вот здесь газон покосили. Алло, вот не васильки, хорошо ты водил. Еще рано? Да нет. Класс. Золотистые. Чебуречная у Рашида.